Всем привет, дорогие подруги, хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Тини Гладиаторс. Ну что ж, продолжаем. И остановились, подождите, это что такое? Легендарное снаряжение плюс бриллианты. Всего за $10, ребята. Грубо говоря, за 600 рублей. Нет, или да? Я не знаю, 600 рублей, нет, ребята, откажусь. Ну что, мы с вами на 29 уровне. Давайте попробуем с вами одолеть этого вражину. Айс Буч, которого звать. Ух, как говорится, была не была. Будем наказывать его, жестоко, ребята, наказывать. Так, у него 19 тысяч хп, я думаю, должны справиться, в принципе. Погнали. Опа, отпрыгиваем. Опа-на, да-да-да, ребята, он у нас... Кто? Ассасин. Все, я понял, ребята, ассасин. В общем, не имеет значения. Да иди ты отсюда, прикопался. Да чтоб ты... Вы знаете, в чем, ребят, проблема? Что он может, гад, за спину телепортироваться. И главное, не имеет значения, что бы я ни делал, вверху ли я, внизу ли я, он все равно, гаденыш... Вот, видите? Даже я буду в прыжке прыгать, все равно он, гаденыш, меня будет наказывать. Но я думаю, что здесь я его накажу уже. Я должен наказать его, ребята. Обязан просто-напросто. Ну, давай. Ну, Буч, ах ты гнида. Вот так вот, ребята. Будет мне тут рассусоливаться. Как говорится, к ногтю его и все. И крышка, ребята, был. Главное, что мы с вами дальше продвигаемся, но от этого нам легче не становится. Ох, ядрить тебя на корень. Да еще и новый Колизей открылся. Я даже боюсь представить, ребята, кто здесь нас будет поджидать. Посмотрим. Мамочка, я скучаю по солнцу, песку. Это, ребят, какой-то, блин, фараон у нас. Это однозначно фараон. И у... Сколько? 110 тысяч хп. Да, ребят, да это... Это просто издевательство. 110 тысяч против моих каких-то сраненьких 13. Давайте без всяких тут этих посмотрим, на что он вообще способен, что он вообще сейчас будет делать. Я так понимаю, наверное, что-то с песочком связано будет, да? Или с отравлением, с каким-то проклятием там массовым. Что, ребят, фараон, ё-моё. Оу, я уже вижу, ребята. Он вызывает ядовитое облако, по всей видимости. Да иди ты, отстань ты от меня, уже достал. Да что ж такое-то, целая куча, ребят, у него этих облачек здесь. Он мне не дает даже... Да отвали ты от меня. Так. Бум. И отбегаем сразу же. Так, вот так вот мы его... Ах ты, зараза. Да ты задолбал, ты тут все затравил своим газом, а? А так, ну-ка попробуем его, опа, тарануть. Не, ну на таранах мы, ребят, с вами далеко не уйдем, согласитесь. Я даже не знаю, блин. Так-то он как-то ватный вроде бы. Может быть, мне, конечно, так кажется. Наказывать его надо, жестоко наказывать, ребят. Отравляет тут все, хрен тебе. Ой, промахнулись мы. Все тут заполонил своим газом, ребята, все абсолютно. Ты достал уже своими прыжками, ублюдок, а? Заколебал он, на самом деле, ребят. У меня... Ой, в этом газу лучше не стоять, ребята. Травит он, травит. Лучше оттуда выпрыгивать постоянно. Так, и сразу... Охренеть, он тут все заполонил, ребята, им. Абсолютно все. Нет, не бывает этому. Слушайте, а как я, интересно, должен здесь побеждать, если тут все отравлено абсолютно? Кто мне скажет? Ни ума не приложу, если честно. Да ты достал уже своим оканьем, аканьем, хряканьем, блин. Слушайте, его, в принципе, можно, ребята, наказать, если мы с вами, например, возьмем бонус в 50%. Да, вполне реально его так наказать, но здесь просто придется, ребят, на прополу. Вы смотрите, он все здесь травит. Здесь абсолютно нельзя не протемнить где-то, знаете, отдышаться там, подождать какое-то время. Я не знаю, может быть, есть какой-нибудь... броня какая-то, которая может дать нам защиту от отравления.
Не знаю. По-моему, такой здесь нету. Хотя я могу ошибаться, я не такой уж спец, блин, по броням здесь. Но таким путем его, ребята, просто не одолеть. У нас 192 гема есть. Кстати, а почему я не вижу бесплатных подарочков мне? Что, все на этом закончилось, что ли? Счастье. Так, ладно, давайте-ка посмотрим, что тут у нас. Артефакты. Артефакты — это все понятно. Выживание — это не то. Клан. Клан. А клана у меня нету. Но я могу его создать. А зачем мне создавать, если я могу войти? Мегасир, например. Страна Ру. Да, давай вступи. А, требуем уровень 20. Примите бедняжку, елки-палки. Пожалуйста, в сети 1 из 13. То есть я... Только я и в сети. Ладно. Что же мне тогда, получается, ребята, делать? Да что тут за специальное предложение моргает? А, ну это все то же самое. Есть шанс, как говорится, его наказать. Он скучает по песку и пирамидам. Вот 150% урона. Но 50 гемов придется мне забождать. Эх, ребята. Будь по-вашему. Будем его теперь так наказывать. Нам нужно брать преимущество, поэтому будем его брать нахрапом. Давай, 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 давай. Я думаю, ребята, у него здесь шансов против меня не будет. Вообще не будет никаких. Опа, отходим. А там он пускай хоть что, хоть орет, хоть не орет. Все. Мамочка тоже мне нашелся здесь, а. Я знаю только одного мамочку. Он из Республика Шкит был такой. А ты, извини меня, не мамочка, а трухлявый пень. Вот так вот. Так, отходим, отходим. Ах ты. А если эти вот так вот? А если эти вообще вот так? Вот так, вот так? Ну, ребят, я просто дальше не знаю, что делать мы будем с вами. Если уже враги пошли со 110 тысяч хп. А дальше будет просто жесткач. Давай, давай, давай. О, что это там тупанул? Смотри, ребят. Тупанул, браток. У, я его там неплохо в уголке пощекотал сейчас. Ну что, добиваем, наверное, да? Что с ним тютюкаться-то здесь? Я не понимаю. На, окает он мне. Так. Ну, давай, 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 давай. Все, хорош. Так, молнию включим. Ну и все, ребят. Готов, огурец. Иди дальше, скучай по солнцу и пескам, по пирамиде. У нас, ребят, победа на 2 звезды и 23 уровень я получаю. Соответственно, мы с вами делаем что? Мы с вами делаем, наверное, поле. Да, сделаем поле. Ну что же, здесь мы прошли и отправляемся с вами дальше. Так, зеркер у нас здесь, мощность 1773. Так, награда за пройденные 5 гемов мы получим. А сколько же здоровья у тебя? Подожди-ка, что это тут моргает? Я могу взять? О, да, о, деточка, на 29 уровень, ребята. Конечно же одеваю, о чем тут можно думать даже. Ну что ж, 31 уровень, погнали, ребята. Сколько у него здоровья? Ну, 19 тысяч, это не так уж много. Я даже бонусы не буду никакие, ребята, тратить. Давайте его наказывать так. Оу, ты посмотри. Ты посмотри, как он меня здесь сейчас обвел, ребят. Вот это было хитро с его стороны. Так, 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 прожимаем, прожимаем, прожимаем. Отходим, опа. Дальше отходим, отходим, ребят. Я знаю, что он сейчас будет эти прыжки тут делать. Всякие тут замухрышки. Нам-то плевать. Оп, оп, отходим. Ах, достал, достал я его, прожал, ребята. Да не надо тут буянить мне, эй, родной. Все, я его, ребят, сейчас буду наколбашивать. Блин, да что ж мы промахнулись-то? Эй, ребят, опасно. Уже опасно. Ты достал уже своим длинным мечом. Погоди-ка, погоди-ка, ребят. Тут обстановочка-то уже совсем не такая. Совсем не такая, как я думал. Мы можем так проиграть с вами, ребят. Если мы сейчас не сосредоточимся, то мы... Есть! Ух, напряженно было. А вначале я думал, что он такой легкий, но заставил меня немножко вам понервничать, если честно. Так, ладно, прошли 32 уровень. И кто у нас здесь? Фаллер.
уровень 22 у него, мощность 2000. Погнали, посмотрим, что это за файлер. Блин, у них у каждого здоровье растет прям пропорционально, офигеть как. Не знаю, он еще с копьем, причем с отравленным, ребят. О-хо-хо, с отравленным копьем. Это не есть гуд. Да иди ты, ты посмотри, что он делает, а. А если я так? Блин, он меня, ребят, отталкивает. Слушайте, мало-мало шансов у нас его победить. Он меня отталкивает. Ага, еще вот так делает. А если я вот так вот сделаю, а если вот так? Вариант только один, ребята, его вот так вот в прыжке. В прыжке бомбить. Соответственно, не забывая. Оу, погоди, а почему у меня так здоровья мало, ребят, я не понял. Когда он успел меня так лихо наказать? Не врубился, если честно. Неужели у него травильня такая офигенная? Ну, я имею в виду в плане то, что у него копье вот так вот травит. Просто офигенно. Да и как-то у него здоровье отнимается, не шиша. Слушайте, так дело не пойдет. Надо нам... Блин, ну если я буду теперь на каждого дуралея тратить гемы, такими темпами мы с вами далеко не уйдем. Согласитесь. Почему этот сундук закрыт, я не понял. Так, 94%. Что нужно? Соберите 5 звезд еще. 5 звезд нужно. Блин, а у меня энергии маловато. Где мы можем с вами раздобыть звезды? Да и везде. Значит, нужно 5. Здесь у нас все с вами уже получено. В Колизее, я не знаю. Ну, давай попробуем вот здесь вот. Демон, да, типа? Демоон. Давайте мы его накажем. Попробуем наказать. Так, погнали. Оп. А, это у нас ассасинушка, да? Который любит за спину. Ну, я надеюсь, что мы его сейчас все-таки быстренько нахлобучим, и 3 звезды будут все-таки у нас. Эй, черт подери, не получилось, ребята. Да, не получилось. А не получилось, знаете почему? Потому что он отравляет, у него ядовитые клинки. Он меня дамажит, соответственно, я получаю урон. Мало того, что физический, так еще и от яда. И он меня раскромсал здесь. Так, хорошо, давай глянем, что у нас здесь. Ну, можно, в принципе, и вот этого хламона сейчас победить. Надеюсь, мы его победим. Погнали, ребят, попробуем. У него, правда, секира такая. Не нравится мне она, если честно. Ага, тут он промахнулся. Оп, опа, а здесь он увернулся. Причем, да хорош ты. Отойди от меня подальше лучше, а. На, на, на. Да чтоб тебя. Ребят, он такой же, как и я. Воин. Да-да-да, он именно воин. Так. Мне нужно, ребята, 3 звезды. Мы это не забываем. Да хорош ты буянить-то тут уже. Блин, энергии маловато. Нужно отходить, ребята, отходить. Надо, наверное, ставить, чтобы была у нас обалденная регенерация. Чтобы мы успевали с вами восстанавливать здоровье. Тогда, я думаю, нам будет попроще. Ну что, 3 звезды мы здесь получаем, плюс 24 уровень. Это уже хорошо. Соответственно, ребят, я думаю, что нам надо поставить регенерацию. Правда, честно говоря, я не заметил, чтобы она уж очень сильно нам тут помогала, хилила прям, как говорится. Ну что, давайте попробуем тогда вот этого, наверное, хламона все-таки завалить. 22 уровень, он с отравляющими клинками. А что, кстати, у меня-то за оружие стоит, а? Ну-ка, где же я? Наряды, какие, блин, наряды? Профиль, да? Вот мой меч. Использую 45, чтобы улучшить. Чтобы улучшить. Ой. Их можно затачивать, да? Так, хорошо. И получается, вот это что такое? Восстанавливает от нанесенного урона ХП игрока. Ах, вот, у нас на мече вампиризм. Или вообще у нас эпическая статика. Так, ладно, а это что такое? Дает смертельный яд. Понятно, я и вижу, что мы отравляем. Но вот насчет вампирика я не знал, что у нас есть. Это хорошо. Так, ладно. Вот щит, конечно, слабоватый, согласитесь, да? На 17 уровень, ни туда, ни сюда. Броня на 20-ку. Пора... Вот, видишь ли, у нас, короче, меч. А, меч тоже слабый. То есть шлемак у нас пока такой оптимальный. А остальное все, особенно щит, 17 уровень. Ну это жидко, очень жидко, ребят. Так, вот это можно, в принципе,
все продать. Да, мы это продадим. И это тоже продадим. Все, что у нас здесь есть, надо продавать, ребята. Так, шлем. Шлем тоже продаем. Они уровень-то, смотрите, какой там. 12-й. Для нищебродов, одним словом. Так, хорошо, продали. В общем, избавились мы от всякого хлама. Купить сейчас. Что мы можем купить? Ах, мы можем, ребята, с вами купить, вправду. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что нам выпадет вот из этого сундучка. Ну? Во! Блин, зря я тогда меч улучшал, блин. 45 гемов потратил. Хорошо. У меня еще есть деньги, ребят, поэтому я имею право еще что-нибудь себе выбрать. Ну, щит давай. Да ядрёно ты, вож, зачем мне? Мне вот этот не нужен. Ладно, ребят, еще есть у меня монетки, поэтому... Давай вот этот верхний самый, посмотрим. Ах ты, ядрить тебя на корень, а? Не фартит, ребята, не фартит. А вот это вот, что здесь можно купить, а, интересно? Ну, бочонок, например, и что тут может выпасть? Оу! На 24 уровень щит, ребят, ну это обычный, даже без звездочек, без каких-либо. Ладно, я еще разочек, ребят, посмотрю. Ну... ересь какая-то. Ребят, короче, суть в том, что здесь выпасть могут предметы на 4 звезды, да? А здесь только на 2. Это максимально, что может выпасть нам. Так, наряды. А что тут наряды? Наряды нарядами. Ну, я этого делать не буду, ребят. Не буду пока. Наряды. Мне нужно посмотреть, что у меня сейчас в плане одетого на мне. Так. Да и что, какие наряды? Не надо мне наряды. Навыки, понятно. Инвентаризация. Да, вот это вот мы с вами продаем. Обязательно продаем. Стоит, правда, ребят, копейки, согласитесь. 35 золота. Ну это вообще, ну что это? Давай продадим и этот. На 23 уровень, ребята. Ха, это вот этот меч, да, по-моему, я с вами улучшал. И всего лишь на 4 единички, ребята, он улучшает. Но зато он стоит 200 голды. Отлично. Вот я, знаете, что сижу и думаю. Вот этот вот щит, он без звездочек. Он обычный. Этот редкий. Есть ли какие-нибудь преимущества? А? Вот. Не знаю. Придется продавать, ребята. Ну, 17-й все-таки и 24-й. На 7 уровней выше вот этот вот. Короче, я вот этот продаю, ребят. Надеюсь... Не прогадаю. Ну что, мне нужно еще получить еще звезды. Попробуем его наказать еще разок. Энергия у нас есть, так что давайте, ребята. На 3 звезды, как я вам уже и говорил. Так. Попытаемся. Тихо. Опа. Главное не попадаться под его удар, ребят. Ах ты. А как ни крути, все равно попадаешь, ребят. Потому что у него вот спецудар. У него спецудар. Ну! Ну давай на 3 звезды. Есть, да, должны, ребята. Я прям тютелька в тютельку уложился. Стоп, путняк. Ну, 3. Ха-ха. Отлично, вот это хорошо. Вот это меня порадовало. Ну что там, до сундука еще. Где он тут? Вот он. 96%, блин. Черт, подери. У нас 2 колизея, ребята, есть. Тут кто у нас, я уже не помню. Давайте посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут у нас Минотаврик. У него 16 тысяч хп. Ну, в принципе. Давайте вот так вот сделаем. Должен я его, наверное, пройти. Наверное. Хотя не уверен. Он сейчас будет прыгать, да, ребят? Вот именно вот таким вот поганым вот действием. Хотя, ребят, смотрите, я его разбираю. Он даже хп у меня не отнимает, если честно. Нубас! Ёпарсете. Вали отсюда, в свой загон. Отдай звезду мне лучше по-хорошему. Да. То, что надо. Ну что еще там до сундука? Блин, все ради сундука, ребята, это делается. И так, следующий у нас будет вот этот вот. Да, да, именно Ледяной Принц. 10 тысяч здоровья у него я вижу. Без всяких бонусов будем попробуем проходить его. Ать, как тебе? Как тебе, родной мой? Нравится? О, ребята, я его... Просто перфект!
Он даже удара мне не нанес. Я его просто как щегла разорвал там в уголочке. Классно получилось, блин. Да, вот так бы почаще. Ну что, перфект, прям даже написано перфект. Да ядрёно ты вошь. Ну что, где еще звезду? Блин, ну здесь вряд ли, конечно, получится. А вот здесь, черт, с пикой. Фрост Велкер, да? Где-нибудь пожиже-то есть, ребята? Нету пожиже никого. Ай-яй-яй-яй, придется. Здесь-то навряд ли я, ребята, смогу победить. Кто у нас тут? Ага, здесь у нас ледяной король. Ну, хрен с ним. Хрен с ним. Попробуем, ребят, хотя я не уверен. Ах ты! Ты посмотри, что делать. Да чтоб тебе... На! Да ядрёно ты вошь, ребят, ну... Ах, я же забыл, да-да-да. Он же у нас по заморозке спец. Нет, навряд ли у меня получится пройти. Да чтоб тебе, вот он своей заморозкой, ребят, меня... И раздражает. Оу, да еще и таранит, еще и замораживает. Вряд ли, конечно, получится. Нет, если бы я взял на 150% атаку, тогда да. Тогда, скорее всего, я бы смог его победить. Эх, регенерация, регенерация, где ж ты? Не действуешь ты ни хренашечки. Да, я его, конечно, победил, но, ребят, все равно не хватило мне совсем чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило, блин. Обидно, если честно. Да понятно, это из предыстории мы уже видели. Не надо мне баек. 98, блин, ну я не знаю. Ну давайте попробуем вот этого вот. Энергии просто маловато. Если я уровень не получу, придется, блин, на этом завязывать. Фух, была не была, поехали. Хоп, сразу же начнем его колбасить. Сразу же, ребята, без промедления. Не давая ему спуск вообще. Как того прям, в уголке. Нет, тут, по-моему, не получится. Я не знаю, ребят. О, он промахнулся копишком своим. И я его тут начинаю. Опа, е! Голубчик попался. Вот так вот. Своего собрата-скелета я, ребят, завалил. И теперь смотрим. Да, да, теперь я могу здесь спокойно выступить. И если я его побеждаю, сундук будет мой. Погнали. Он практически как и я, ребята. Здоровье у нас с ним одинаковое. Тоже это воин, я так понимаю. Меч мне его очень нравится. Что ты там? Так, молнию врубаем, врубаем молнию, ребята. Оп! Наказали маленько. Сейчас еще будем. Вот так. И в прыжке, в прыжке, в прыжке. Ах ты! А если я еще разок... Оу! Щетас! Попался я, ребят, под его вихрь. Вот это было, конечно, жестко с его стороны. На! Гумплен. Е. Yeah. Получил свое. Лежи там и отдыхай. Гумпленище. 25 уровень, ребят. Ха-ха. Так, фигня это все полная. Давайте, наверное, что-нибудь такое с вами изучим. Я даже не знаю. Ну, давай рывок. Давай рывок. Ну что? Сундук наш? Что такое вы должны пройти? Че я должен пройти? Пугает меня. О, ребята, легендарная броня. На 31 уровень. 965 защиты. Хо-хоу. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Вы посмотрите, насколько разница. Офигеть, продаем, конечно, этот хлам. Кстати, ребята, я накопил маленько денег. Давайте, может быть, мы с вами еще откроем один сундучок. Так, где у нас там? Вот он, да? 2500, давай посмотрим, что нам здесь достанется. Ну? Ай-яй-яй-яй-яй, подводишь папочку. Да, к сожалению, больше ничего не могу. Могу только продать этот шлем. Подожди. Наряды. Подожди, где я? Магазин? Нет, не то. Инвентаризация, естественно. Хотя шлем так хорош, но слабоват, ребят. Слабоват он. За 350 мы его втюхали. Неплохо, я считаю. Так, ну что, у нас с вами, блин, 32 уровень. Фалер. С отравленным опять, ребята, копьем. Ладно.
Посмотрим, кто кого, как говорится. Я своим или он со своим копьем отравленным. Ах, гад. Ты посмотри, какой, а, жук. Он сейчас будет... Ага, бросил, уже бросил, отлично. Это мне только на руку, когда он выбрасывает свое копье. Так. Отходим, 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 ребята. Заряжаем магию. Так, ну что, я пока веду, ребята. А, и промахнулся, сейчас запустит, нет? Не слаб, чем запускать, он свое копье. Ах ты, как знал, что я должен приземлиться буду. Ну, чтоб тебя, а. Ну, отравщик, а. У этих ребят в чем преимущество, ребят? В том, что они... У них дальняя атака. Они очень далеко пробивают своим вот этим вот копьем. Плюс они его бросают. Это копишка. То есть, если я свой рывок делаю, он на ограниченное количество, да, действует, то копье летит до конца экрана. В принципе, и все преимущество. Ну, и, соответственно, так как оно отравленное и так далее, там подобное. Бонусы, в общем, у него с головой. Блин, вы посмотрите, что нужно для того, чтобы получить вот этот сундук. 10. Мне нужно еще получить 10 звезд. О, ребят, это, грубо говоря, мне нужно здесь... Ну, вот смотри. 10 звезд, да? Раз, три, четыре, шесть, восемь, девять. А где еще одна звезда? Вот это что ли? В общем, ребята, все предыдущие уровни мне нужно пройти на 3 звезды. Охренеть! Это, конечно, можно сделать, когда я буду, блин, в 50 уровне. Ну что, давайте посмотрим здесь. Ай-яй-яй-яй, смуглер. Опять, ребята, у нас здесь убийцы. И опять с ядовитыми клинками. Чтоб его разобрал. Ладно, будем пробовать, ребята. Ты посмотри, Жульен какой, а. Как ты вернулся, пройдоха. Да вот сейчас вот так и будет, ребята. Сейчас так и будет, он будет телепортироваться мне за спину. Соответственно, бомбить. Хотя, ребята, вроде бы идет прогресс. Прогресс идет, я его наказываю потихоньку. Потихоньку, хорош прыгать тут уже, ты достал уже в сам... Ты посмотри, что он делает, тактику выбрал скакунка, ё-моё, а. Так, дай-ка я сделаю вот так вот, опа. Я тоже попрыгаю, поскочу, блин. Да хорош, отцепись ты от меня уже, гад, а. Достал уже в корень, блин. Вали, вали отсюда, вали, вали. Так, пробиваем, отлично. Ребят, все равно должно быть 2 звезды у меня. Как ни крути, есть. Да, 2 звезды мои. Главное, что он отгреб по полной программе. Блин, из-под тишка, да, со спины. Бам-бам-бам, и все, ё-моё. И дальше отпрыгивает. Не обрати меня, так не пойдет. Так не пойдет, так нечестно. Ну что же, у нас открывается 34-й, ребятушки, уровень. И здесь Шилин нас поджидает. Мощи у него, конечно, нехило. Ай-яй-яй. Вот этот тут парень, боюсь, нам сейчас даст фокуса. Я не буду пока ничего тратить, никакие гемы. Я постараюсь своими силами справиться. Но вряд ли у меня, конечно, это получится. Почему-то у тебя предчувствие просто такое. Так, пока он лежит, бомбим. Да-да-да, ребята, вояка с такой фигней это хуже не придумаешь. Ага. Но, тем не менее, ребята, я пока веду по хп. Да отвали ты уже, а. Так, дай-ка молнию врублю. Пробьем. Щит у него козырный, ребята. Я только сейчас заметил. Так, ха, промахнулся, на. Щит у него хорош. Тут ничего не могу сказать, ребята. Опа. Гундось там. Блин, промахнулся, ребята. Я промахнулся сейчас в данный момент. Это была роковая моя ошибка. А была вероятность, ребята. Была возможность, точнее, пройти на 3 звезды. Но я начал в конце что-то плоховать. Ну и в результате отгреб по полной программе. Фух, 26 уровень. Красота просто-напросто, блин. Я не знаю, ребят, надо рывок, наверное, изучать все-таки. Или электрическое поле. Вот что оно дает? Оно дает урона на 77%. Продолжительность 3 секунды. Задержка в 1,5 секунды. Перезарядка 10 секунд. А здоровье мы сколько себе? На, тут
должно вот так вот. На 20% увеличивается здоровье у меня, да? А регенерация на сколько? На 0,88. Пи, вообще жидкарство какое-то прям. Так, у меня, ребята, там сколько? Две... Ах, да, новая арена. Новая арена, новые ребята-звездюли. Ну что ж, давайте посмотрим, кто у нас тут будет. Что за хмырь? Йети, хочешь слепить снеговика? Прям, блин, мечтаю. Слушайте, ну у него здоровье 94 тысячи. У того было 110. Но я боюсь, этот парнишка будет шпарить по-черному. Ох, будет, ребята. Я рискую. Я рискую, ребята. Погнали. Оу, и он так сейчас круто меня надурил. Вот это нежданчик, конечно, был. Слушайте, он какой-то... Ах, ты любитель снеговиков лепить, да? Я понял тебя. Хорош тут окать. Около. Ребят, я его должен победить-то, в конце концов. Так дело не пойдет, согласись. Есть! Ох, не зря было влито 50, ребята, гемов на этот замечательный бой. И написано, я чемпион. Так оно и есть. 15 гемов, ребят, мы получили. То есть я 35 гемов всего забашлял за этот бой. Отлично, я считаю. Так, дайте мне вот этот сундук. Что там из него достанется? Ну... О, да, детка, легендарку опять мы получили с вами. И, ну-ка, дайте-ка я гляну. Блин, да что же мне все в наряды-то выйти? Винвентаризация, вот же. Так, да. Продаем, ребята, за сколько? За два брюлика? Ну, смотрите-ка, легендарные шмотки продаются за бриллианты. Ой, я как представлю, ребята, сколько тут еще, впереди... О, смотри. Это просто круто, три сундука. Ой, ребята, я не знаю, хватит ли у меня вот сил вот это вот... Вот это вот все одолеть. Вы Ребят, мне аж подурнело, И главное еще вот это продолжение, скоро... Ну зато, смотрите, по три сундука дается уже с каждой арены. Нет, не с каждой. Ну, по-моему, два или три раза вот здесь, видите. Там, наверное, супер-мега-пупер-босс будет, который, если ты победишь, то... А вот здесь, например, тоже, видите, ребята. Фух, в общем, короче, так, ребятушки. Давайте мы с вами будем завершать на этом свой выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы захотите увидеть продолжение. Так что всем пока и удачи. До новых встреч.